4 сентября 1996 года в Челябинске появился первый четырехзвездочный отель. Это «Виктория» на улице Молодогвардейцев. В принципе, это могло случиться и раньше, потому что стандартизированы гостиницы были только в 1995 году. А до этого любой придорожный мотель мог спокойно нарисовать себе хоть 6, хоть 12 звезд. А потом уже нет, будь любезен, соответствуй стандартам. Стать двухзвездочной гостиницей не так сложно, достаточно проводить ежедневную уборку номеров. Переход к трем звездам предполагает наличие в номерах всяких полезностей, от телевизора до санузла, и разнообразие номеров. А четыре звезды — это добавление еще и спецуслуг вроде спа, наличие нескольких точек питания и конференц-залов. Как оказалось, в Челябинске четыре звезды не такая уж и недостижимая вещь. И после «Виктории» стали появляться конкуренты в этой категории — «Славянка», «Парк-Сити», «Маркштадт» и другие. Кто-то привлекает близостью к природе, а кто-то, напротив, деловому центру города. Следующий этап – пятизвездочный отель. С недавних пор Челябинск может козырнуть и ими. Но при этом неплохо себя чувствует и двухзвездочный Южный Урал. Да и что им особо переживать в самом-то центре города.